Доброе утро. Заканчивайте переход. Доброе утро. Спасибо. Thank you.
Здравствуйте. Обои на втором же этаже, насколько да, помню. На втором. Я могу пройти? А, да, конечно. Да? А вы у нас... Ушки были на вашем месте, во всяком случае. Я по поводу обоев, я заходил, я хотел кое-что спросить еще, уточнить. Ну ничего не подобрали, кстати говоря, тогда. Но я так, правда, не купил. 2 года прошло, я все равно не купил. Давай не купить то, что я хотел. Ну, проходите за любой свободный стол, все перечувает. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Слушайте, я был 2 года назад, так я ничего не нашел ни у вас, ни в другом месте. По поводу обоев я имею в виду. Да-да-да. Слушайте, а вы не подскажете? Я зашел, честно говоря, кратко, но я хочу один вопрос задать. На сайте не выложено ничего, чтобы посмотреть? У меня девушка здесь искала, но она тоже ничего не нашла. Ну, по моим критериям. Смотрите, на сайте у нас выставлены не все каталоги, которые у нас есть, выставлено большинство. Конечно, там есть список, можно, допустим, сделать какие-то фильтры, чтобы да, подогнать под ваши запросы. Но если у вас есть какой-то определенный запрос, я могу, в принципе, вам сделать подборку и отправить на почту, если у вас такой... Да я уже сейчас, я сомневаюсь, уже готов отойти от своего. Визитку не дадите, да я пойду. Да, хорошо, да, я хочу дома посмотреть. Вот. Вы не подскажете, в январе у вас какой-то график уже известен, работа или нет еще? А в январе или мы работаем с 5 числа. А с 5, да? Да. Что сейчас я вроде настроен доделать все это. Если что, вы слушайте, вот самое главное, да. Клей есть еще? Все есть. Все, клей самое у нас главное. В Москве доставка буквально пару дней. Ага. Может быть и день. Вот, поэтому это не... Ну, он терпит еще. Угу. Хорошо, все, спасибо большое, побежал. Пожалуйста. Все, спасибо. Да, хорошо. Все, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Не подскажете, а вот это вот квадратик, это что я получу, если сканирую? Так, в двух словах. Мне кажется, там, наверное, сайт. В любом случае, можно там что-то говорить. А, да, наш сайт. А, хорошо. Ну ладно, спасибо большое. До свидания. Thank you.
Да, я помню. Сказал 21.